На прошлой неделе люди, всегда готовые прийти на помощь, отметили свой праздник – Международный день волонтера, иначе говоря, добровольца. Концерт, посвященный знаменательной дате, состоялся в филиале ДЗФС Центрального дворца культуры «Созвездие». Самых неравнодушных жителей нашего муниципалитета поздравила заместитель главы администрации Дмитровского городского округа Елена Виноградова. Волонтеры приходят независимо от возраста, профессии, вероисповедания. Они хотят помочь, чтобы жизнь людей была лучше, красивее, чтобы мир стал добрее. И все это делаете вы. Низкий вам поклон. Здоровья желаю, благополучия, чтобы все, что, о чем вы думаете, все, о чем мечтаете, обязательно сбылось. Помощь, которую оказывают волонтеры, неоценима, отметила депутат Московской областной думы Марина Шевченко. Самое высшее предназначение человека на земле – помогать и дарить тепло другим. Очень много есть в Дмитровском городском округе людей, которые все свои дела отодвигают и дарят свое тепло и сердце тем, кто нуждается. Это особое состояние души – получать удовольствие и счастье от того, что помогаешь другим. В этот день заслуженные награды получили наиболее активные добровольцы муниципалитета, как отдельные граждане, так и представители различных организаций, компаний и учебных заведений. Все они проводили праздничные и памятные мероприятия, помогали социально незащищенным группам, заботились об окружающей среде. Важнейшей сферой деятельности волонтеров стала поддержка участников специальной военной операции и населения новых регионов. Тонны посылок, продукты и медикаменты, маскировочные сети, одежда и многое другое отправились к тем, кто в этом особенно нуждался. За оказанную помощь администрацию нашего муниципалитета, предприятия и всех неравнодушных жителей Дмитровского городского округа благодарило руководство Кременского района Луганской Народной Республики. Принимая награды и поздравления, волонтеры скромно улыбаются. Они не чувствуют себя героями, хотя то, что для большинства людей непосильный труд, для них – источник вдохновения и смысл жизни. Ты просто счастлив, что делаешь и творишь добрые дела. На душе после этого ты понимаешь, что живешь не зря, что за тобой какое-то дело сделано для пользы мира.